Привет, друзья! Сегодня мы отправляемся на завод в Южной Корее. Кирпичный завод, производящий знаменитый традиционный кирпич. Кирпич из красной глины. Сегодня мы рассмотрим процесс создания данного вида кирпича. Шаг первый. Глина, смешанная с примесями, подается на линию очистки после добычи в ближайших шахтах красной глины. Здесь будут удалены мелкие камни или галька. После удаления мелких камней или гальки, глина становится относительно чистой. Шаг второй. Включаем дробилку и измельчаем глину. Смешиваем с натуральными связующими веществами и водой. Тщательно рассчитанные пропорции позволяют получить самые красивые цвета и лучшее качество. Кирпич из красной глины известен уже давно, поскольку он обладает контролем влажности и воздухонепроницаемостью. Представьте, что вся влага всасывается в кирпич, и ваш дом становится совершенно сухим. После достижения определенной влажности глина будет отправлена в компрессор. Эта машина придаст форму готовому кирпичу.
Особенность этого типа кирпича в том, что он не требует обжига. Но сушить его нужно будет естественным путем в сухом помещении. Вы можете видеть, что они почти готовы. Вот видео и подошло к концу. Не забудьте подписаться на канал NoalFarm, если хотите увидеть больше видео. Видео озвучил Дурон. До скорой встречи.